Рынок недвижимости в Свердловской области продолжает расти. При средней стоимости квадратного метра в 102,5 тысячи рублей объемы вводимого жилья увеличиваются. Об этом заявили в региональном Минстрое. Мы с успехом участвуем в национальном проекте «Жилье». И по поводу жилья, если в прошлом году мы ввели там порядка 2 миллионов 890 тысяч квадратных метров, это значительно больше, мы каждый год растем, чем в прошлые года, то в этом году мы не понижаем планку и планируем сделать на таком же уровне. За 11 месяцев в регионе было введено 2 миллиона 535 тысяч квадратных метров жилья. При этом в уходящем году эксперты отмечают усиление тренда на загородные проекты. Из общего числа новостроек чуть менее половины составляют индивидуальные жилые дома. А вот предложение квартир-студий и однокомнатных квартир начинает постепенно снижаться. Покупатели отдают предпочтение комфорту. Считают, лучше приобрести двухкомнатную квартиру, пусть и меньшей площади. К тому же по качеству жилья екатеринбургские строительные компании уже 2 года возглавляют рейтинг единого ресурса застройщиков. Мы уверенно продолжаем удерживать первое место в рейтинге в целом срезе качества жилья. То есть тот объем плюшек, преференций, приятных вещей, которые получает екатеринбуржец за свою там условную там, значит, за свой условный рубль, да, он существенно выше, чем во всех городах России, включая, я хочу подчеркнуть, включая Москву.